Я больше не могу держать глаза открытыми. Думаю, что это все. Конец меня. Я не верю, что буду существовать и дальше. Мне бы хотелось думать, что есть душа или дух, какая-то часть моего сознания, которое сохранится. Но все факты говорят, что когда мой мозг умрет, меня не станет. Я никогда в жизни не отворачивалась от истины, даже если она пугала меня. И я могу смело посмотреть правде в лицо. Посмотреть в лицо своей собственной смерти. И сказать с абсолютной уверенностью, что быть человеком прекрасно.